Также вот хотим поделиться информацией по поводу вот обуви, которую мы носим почти что постоянно. Это вот такие башмаки. Видите, они каждый пальчик разделен. Пятипалы называются, 5 пальцев. Происходит то, что у вас каждый палец может шевелиться, и вся стопа у вас гибкая, только с небольшой более защитой, чем если вы были босиком. То есть вы так сильно ее не оббиваете, если вы на что-то остро наступаете. И происходит, что у вас полностью вот, как бы происходит движение стопы, и говорят, на сегодняшний день ученые уже проводят эксперименты, что мозги по-другому работают. Правое и левое полушарие начинают по-другому воспринимать сигналы, вы как бы общаетесь с почвой, то есть вы чувствуете больше, что с почвой происходит, и воспринимаете намного больше информации с вашей ноги. И это также важно, как работать и правой, и левой рукой, что я тоже очень рекомендую. И вот сыроедной кулинарии, чем она мне так нравится, и что мне это позволило развить, это то, что можно делать очень интересные вещи и правой, и левой рукой одновременно, и одинаково, что позволяет тоже балансировать ваше левое и правое полушарие. Ну, мы вообще рассказываем про здоровый образ жизни. Это, ну, не только питание, да, но это культура. Ну, скажем, органические обязательно ткани в одежде использовать. Ну, и максимально комфортная обувь, и максимально комфортная походка. Угу. То есть мы как бы смотрим на все, что дает нам счастливый образ жизни. Счастливый образ жизни. Скажите, а вот в них можно бегать? Да, знаете, они специально сделаны для бега, они специально сделаны для бегунов. В них очень хорошо бегать, они проветриваются, в них можно также в воде ходить. Большое количество моделей существует, то есть у меня есть там такие полузимние, демисезонные даже модели. Полузимние? Непромокаемые. Я почти что круглый год хожу в таких башмаках, то есть, ну, вот, пятипалых. Да, мы сейчас в теплом климате в основном живем. Уже последние 5 лет. Ну, здорово. Да, очень приятно тоже поделиться этим. И да, возвращайтесь к нам, много будет нового интересного еще.